대기업 근무시기 소바리소나 Сергей, не могу сейчас про это не поговорить. Так, про что? А именно про что? Этот выпуск очень показателен о влиянии кастинга и вашего присутствия на кастинге на артистов и том, как они проявляются в дальнейшем уже перед сотней. Вы ощутили же это? Я сегодня увидел перевоплощение и настоящее превращение, вот знаете, из гусеницы в бабочек. Вот какая-то такая история, потому что на кастинге мы видели обычных ребят, да, хорошо поющих, но сегодня это на сцене были артисты и без пяти минут звезды уже, а поют они так, как многим звездам стоит поучиться. Поэтому, конечно, было безумно приятно, что ребята от кастинга до шоу сделали такой невероятный шаг вперед, и такой у них рост колоссальный просто. Мне кажется, они сами даже не понимают еще, что они натворили, что они сделали вообще в хорошем смысле этого слова. Блестящим артист. Но на самом деле, друзья, чтобы вы понимали, нам тут немножечко жарко. А на стене еще жарче, всюду экраны. И у нас жаришка творится не только в накале эмоциональном. Ну и в теле. Ну и в теле. И на теле, как ты? Я прекрасно. Я очень удивлен тем, что такое разнообразие участников, такое действительно разнообразие. Вот говорят, люди разные, да? А здесь прям совсем разные, абсолютно разные. И причем я сегодня реально видел и понимал, что две звезды, суперзвезды будущие, здесь было точно. Да, здесь, кстати, было такое здесь было точно. И хочу вам сказать, что этот сезон такой на самом деле переломный, но в хорошем смысле, потому что мы стали смотреть людей из более других жанров, да, то есть не просто да, эстрада, да, да, да. А эстрада, которая имеет еще и оболочку какой-то стилизованной классики, стилизованной фолка, стилизованной этники определенной. Вот сегодня, да, девочка из Белоруссии, да, сирийка наполовину, выдала вид потрясающе, разрывала диафрагму и гортань мою. Потому что я сам порой, хоть и все про это знаю, но иногда я думаю, а где же все-таки еще находится это потайное место, из которого люди издают такие потрясающие, невероятные звуки таким голосом? Слушай, ну зачастую это ведь еще и генетика. Это просто некое везение, совпадение ДНК и так далее. Я знаю много людей именно с такой интересной генетикой, когда там славяне с арабами, да, чернокожие, тоже с белокожими, всяческие метисы. Поверьте мне, не всегда встречается такое сочетание именно такой яркости. Да. Не всегда. Вот. Но часто. И вот это часто пришло сегодня к нам. Класс. И это очень здорово. И вообще, дорогие друзья, на самом деле любая изначально вложенная генетическая творческая направленность вовсе не обещает вот такого эффекта сногсшибательного, который произвела сегодня наша девушка. Это огромный труд. Огромный. И я как подумаю, что этому человечку 15 лет. 15 лет. 15 лет, действительно. 15. Ну просто, как? Да, мы только можем предположить, что будет через год, через 5 и через 10. Да. Да? Но, конечно, мы будем предполагать все самое лучшее. Будем как бы желать, чтобы не только у этой девочки, но и у всех остальных жизнь шла накатом только вперед и только вверх однозначно. Но, опять же, все это зависит от того, насколько они посвятят времени
этому своей жизни, да? Насколько им будет это до конца интересно, насколько они до конца захотят этого добиться. Прости, влезу в твою беседу. Да. Я объясню, про что Андрей говорит. Просто совсем недавно мы обсуждали с ним, что он только что приехал с мастер-классов, потому что каждые 2 года человек с таким огромным уже талантом и опытом проходит постоянно профпереподготовку. То есть он все время заново учится, учится новому и учит других. Спасибо тебе. И я вас благодарю, и мы очень счастливы, правда? Мы счастливы. И мы очень довольны, что в нашей жизни есть этот проект, это шоу. И не знаю, как без него дальше будет. Давайте пожелаем. Без него не будет. Да, давайте пожелаем все-таки нам всем, чтобы этот проект существовал очень и очень много лет. Это очень важно. Это очень важно. Здравствуйте, сотня! Хочу сразу предупредить, сегодня какая-то голубая луна очень опасная. Еще опаснее? Да, реально. Сегодня, ну я против, вот в новостях, сегодня голубая самый сложный день. Голубая луна. Всему да, виной. Но у тебя была сегодня сложная задача. Нужно было открыть сегодняшний выпуск. И ты так благополучно не справилась, что простояла до самого финала за нашей заветной первой тумбой. Что ты чувствовала? На самом деле меня эмоции переполняют. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Вот об этом только мечтать можно было. На самом деле конкурсанты, все ребята, язык заплетается, очень достойные были пройти. Также набрать 100 баллов, вот, но я счастлива, нечего сказать, не знаю. Знаешь, у меня какой вопрос возник? В связи со всей сегодняшней ситуацией твоей, как так вышло, что твой муж не слышал и не осознавал объемов твоего таланта? На самом деле он просто чуть-чуть неправильно выразился, сцене, а так по его как бы наставничеством я здесь. Он очень... Вы продюсер, да? Теперь мы знаем, к кому обращаться за концертами, корпоративными и праздниками, дорогие друзья. Я безумно безгранично благодарна, то, что он именно во мне видит человека, который обязан стоять на большой сцене. Идите к нам. Идите к нам. Идите. Давайте, давайте, у нас за кадр как раз. Идите к нам. Смелее, а то мы подойдем к вам. У нас так... Давайте к нам. Ну иди, что ты, все привыкай. Хорошо, мы на самом деле... Это я? Да, это на YouTube-канале White Media. Смотрите, какая история. Я всегда топлю, что артисту одному очень сложно. И как же классно видеть, когда среди членов семьи есть такая потрясающая группа поддержки, которая на каждом этапе готова помочь и словом, и делом, и вот такой сидеть мощной поддержкой и тылом, чтобы участница настолько себя спокойно чувствовала, что попала в полуфинал с одного выступления. Вам как здесь на проекте? Понравилось? Да, очень понравилось. Мы творческие люди, абсолютно разные направления. Поддержка моя заключается в том, что в ее сторону, что я знаю, что такое труд. Да. И вот постоянно мотивировал. Хотя то, что мы абсолютно разные люди по профессии, я говорил, что ты попадешь туда, куда надо. Только волнение убирай, и все, будет хорошо. Девушки, вы классная команда. Мы желаем вам дальнейших успехов. Спасибо. И до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. 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 Поздравляем. Спасибо. Мы с тобой виделись на кастинге, и ты проделал с момента кастинга большой путь, мне кажется. Да? Да. Что, сбрил усы? Да, я именно об этом. Почему-то все так на это реагируют, но это весело. Я на самом деле так и задумал. Мне нравится. Вот, это хитрый ход. Кто-то говорит, надо оставить свою фишку, чтобы тебя точно узнавали. Обрати внимание, у тебя на контрасте сработал. Ну, я фишка сам у себя, почему бы и нет. Без знака.
Скажи мне, что тебя вдохновляет быть настолько самобытным? На кого ты ориентируешься? Ой, это такой сложный вопрос. Да, наверное, на себя. То есть это просто идет у тебя изнутри? Нет такого, что так, вот этот очень классно проявляется, я тоже хочу быть настолько Нет, открытым и настоящим? Нет, как раз таки я вижу, мне очень нравится, когда вот сейчас моя напарница набрала 100 баллов. Я от этого так радуюсь. Действительно, посмотрите, пожалуйста, друзья, эфир, я надеюсь, вам будет это видно. Я прям смотрела, он обрадовался, поднял руки и хлопал от счастья. Я радуюсь. Вот все почему-то считают, что это конкуренция там и так далее. Но мне кажется, мы все здесь в одной лодке и делаем вот это классно. Шоу, я вообще доволен. Хотел бы я выиграть, конечно, хотел, но не выиграл, выиграю другое шоу, ничего страшного. Не, у нас шоу самое главное на самом деле участие, и мы поздравляем тебя с шикарным выступлением, и я уверена, что твои интерпретации этих песен, они наберут безумно большое количество просмотров, я уверена. Дорогие друзья, смотрите, пересматривайте, слушайте и переслушивайте. Когда мужчина подходит к девушке и говорит: девушка, такой красивый, такой замечательный парень есть? Она говорит: нет, парня нету. Как может быть у такой девушки нет парня? Потому что муж мешает. Я честно тебе скажу, они все не верят уже. Не верят во что? Что я выйду замуж. Не волнуйся, мы скинемся и купим тебе мужа. Спасибо. Надувного. Он будет очень хороший. Сейчас в Китае новые андроиды. Муж на день, муж на час. Вообще все. Ользочка, закажем тебе. Получился очень нервным. Как вы себя сейчас чувствуете? Сейчас я чувствую себя очень хорошо, но в тот момент на шоу я думала, что я умру со страха и от волнения. Когда вам предложили участие в шоу, какова была ваша реакция? Когда я получил приглашение для участия в данном шоу, я был очень счастлив. Я стал проходить онлайн на кастинге, и все получилось. До этого случались в вашей жизни такие масштабные шоу? Да, я участвовал в «Бразильском голосе». Я даже не могу выразить словами свои ощущения, когда сотня начала вставать. Это просто не передать словами. Для меня побывать в новой стране и показать свой талант миру – это просто невероятно. Мы очень рады, что вы с нами и встретимся еще в полуфинале. Мы очень-очень этого ждем. Я тоже мало могу ждать. Пойди, deixa que eu vou preparar uma canção. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I lie. Но сегодня в эфире был мой брат, бразилец. Я рада, что он прошел в полуфинал. Почему? Я вот хочу сказать то, что мне не дали слово, но я сейчас вам выскажу. Бразильцы, они поют, как говорят. И вот эта естественность, которую сегодня мы услышали, она нас взяла. И я полностью солидарна Сереже. И я благодарна ему за то, что он прошел, потому что настоящее искусство, настоящий вокал, настоящая подача, вот это естество, оно фирма, просто же фирма, да, она именно вот такая настоящая. Наш проект на самом деле уникален, универсальный тем, что это многонациональный, интернациональный. И не побоюсь этого слова, и еще раз хочу повторяться вновь и вновь. Музыка, искусство, вокал не имеют национальности, и мне очень приятно, вот без всяких шуток, я люблю шутить, конечно, но мне очень приятно, что мы представляем представители разных стран. Да, и не международные шоу, несмотря на все трудности, потому что это действительно вот сегодня наши представители Бразилии. 20 часов. Я представляю, как это сложно. Я представляю эту всю природу Бразилии. Да. Я знаю, он как ребенок, потому что они дети вот этой природы, естества. И я очень рада, что сегодня эта природа была на нашей сцене. Спасибо огромное, Вайтмеди, что таких звезд и таких вот прям участников вы нам показываете, видит вся страна. Валя. Спасибо. Как по-бразильски спасибо? Нет, обригада мультубена. Мультубена, обригада. Если вы мужчина, вы говорите обригаду. Если вы женщина, обригада. Не повторю. Спасибо. Во-первых, я тебе хочу сказать, ты стоишь с Сергеем Лазаревым. Он не просто Сергей Лазарев. Он Сергей Стенолаз.
Почему? Стена Лазарев. Стена Лазарев. Скала Лазарев. Это так, легенды. Вы мне потом расскажете. Танца Лазарев. Да, они тебе потом про меня всякое говорят. Мата Лазарев. Все неправда, все неправда. Серьезно? Мат был. Для меня Сергей Лазарев — это просто постоянный отличник. Всегда все на отлично. Без единой ошибки. Что? Это такой человек, вот мы на стене все себя показали, никогда не женимся. Ваш голос, как вкусное сливочное масло, понимаете, которое с таким удовольствием ты намазываешь на хрустящую булочку. И в ожидании вот этого... Ты молчи, что я захотел есть. И получаешь 1000 калорий. Да, и вот этот необыкновенный вкус, и потом это послевкусие, поверьте мне, я думаю, что вы сегодня сделали счастливым огромное количество женщин. Спасибо. Этим спасибо вечером. Большое. Вашим выступлением. Нам нельзя. Нам нельзя. Нет. Ну, пока Этери рассказывает сиди. Лазареву, как она готовит хачапури, хотелось бы ее отвлечь. Важнейшая песня. Да, очень сложная. Мы похожи. Мне кажется, что есть у нас такие артисты, которые приходят на сцену «Ну-ка все вместе», которые не просто вокалисты, талантливейшие, изумительные, а у которых видно вот эту вот жилку будущей суперзвезды. Ты знаешь, что это ты? Вот как ты ощущаешь себя на сцене? Я как будто ощущаю себя вот в этом пространстве. Я в нем живу. Я вот поняла для себя, что я как-то каждое слово, я его вот через себя и туда, через глаза, через взгляд и через сердце в первую очередь. И, наверное, поэтому и людей, у людей откликается что-то. Ты когда готовишь материал, тебе важно, что ты можешь им сказать, да? Да, именно. То есть мне прям важно сделать и аранжировку определенную, чтобы донести свою мысль. Потому что у меня же все равно, видение на эту песню другое чуть-чуть, не как у оригинального исполнителя. Именно поэтому, мне кажется, важно вот прям и выбрать репертуар правильный, и переделать его прям под себя. А насколько сложно и продолжительное время это может занимать? Вот на самом деле всегда по-разному. Когда-то я могу вот сесть, понять, что песня моя, вот я ее прочувствовала, прожила, и за 30 минут просто сделать аранжировку, все прекрасно. А когда-то я месяцами вот варюсь в этом, думаю, что же мне спеть, что сделать, как. Ну вот это всегда по-разному. Зависит и от настроения, от внутренних каких-то твоих переживаний. Правильно я понимаю, что пока ты вот это вот не добьешь и не прочувствуешь, тебя это не отпускает? Да, все верно. У меня ощущение такое, что как будто бы я сплю. Мне сегодня сон же приснился по поводу всего вот этого. Расскажи. Это, кстати, нонсенс. Я до сих пор не понимаю, как так. А, там же был Макс Юдин. Мы давно знакомы с ним. И так получилось, что мы вместе оказались на таком, шатком положении, когда непонятно, кто вылезет, кто пройдет. И у меня было видение во сне. Мне приснилось, что я стою вторая, я никуда с этого места не ухожу, и по левую руку стоит Макс Юдин. Обалдеть. И как будто мы с ним в батле соревнуемся, но результаты я как будто не знала, а просто вот эти картинки были у меня в голове. Обалдеть. Вот так вот. Мы будем тебя спрашивать. Ну что там дальше, расскажи. Сенс. Ну это все секретики, потом узнаете. Смотрите нас, друзья, не переставайте, потому что у нас самое интересное, во-первых, я искренне считаю, что за кадром. Это правда. Да. Вот что, узнаете вот такие вот секретики о наших будущих звездах. Смотрите, не упускайте, репостите, ставьте лайки, колокольчики и много модных слов. Да.